Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и у нас сегодня снова игра GTA 4, и мы с вами стоим посреди своей квартиры обшарпанной. Ну, главное, что у нас есть крыша над головой. А мы тем временем спускаемся снова по лестнице и смотрим, мы видим XE или HE, только букву R не хватает в итоге. Какой-нибудь там Питер бы еще был бы правее буквы I, то есть E. И был бы там вместо Питера была бы буковка П, и поэтому было бы очень весело на карте. Ну, вы меня поняли. В общем, шутка-минутка, как говорится. Ух ты, там прикольный кабриолетик. Стоп. Стоять, говорю, тетя. Стой. Спасибо, чуваки, что притормозили ее. До свидания. Да пошла ты, иди. Так, нам с вами надобно... еще посмотрим. Эта чувиха ее, короче, сейчас нагибает. Как его там зовут-то? Джейкоб? Поехали, посмотрим, что там Джейкоб с этой толстухой делает. Он, наверное, ее там капитально прижал и что-нибудь делает. Например, терроризирует. Парами? Опа, это парами. Есть что, парамид для меня, по-моему. Что там для нее? Она что-то говорила, видимо, ей дарили цветы. Да пошел ты, чувак, в задницу. Не хочу я с тобой разговаривать, достал уже. А, слушай, его ж можно... стоп, ну-ка. Меню. Сообщение, органайзер. Нет, не органайзер, сетевая игра. Настройка, редактор, видео. Чего? Настройка, тип звонка, мелодия, шрифт. Спящий режим, тип звонка. Бл-б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 л
Выбрать. Звонить. Выбрать. А, все понял. Выбрать. Звонить. Да не хочу я им звонить. They were your blood clot, I forgot set me on pussy wood. Yeah, fuck you, fucking reggae, idiot, bitch! Rondo, you want blood clot, cause I didn't even bumble clot right here, you know. Stop speaking that gibberish! Fuck bumble clot, pussy wood, girl, you know this? Shut in a bumble clot. Hey, yo, hey, don't touch what's me! What's wrong, what's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to have ripped me off big time and put the heat on me. I know they did. All right, all right, but all right. And my fault, no, Rasta. And my blood well, clot. Hey. You don't come in on my face. All right. You better hope Nico can make this right for you then. Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me now. See you later. Вы кретины, а? Приезжайте в старую больницу, заберите кокаин. Да так ей надо, в тюрягу ее засадить, и все, ни хрена, кокаин. Этот чудак, типа, раз-то хоть травой торгует, она не настолько опасна, как кокаин. Елки-палки, вы че вообще, а? Я только за что ее засадили в тюрьму. Ну и в тюрьме ей тоже засадят. Ну, в принципе, это уже второй разговор. Но вот по поводу того, что творится сейчас. Опа, привет, чувак, привет, привет. Вылазь, вылазь, вылазь. Вылазь из машины. Слышь, подожди меня. Вот уродец, а. Тебя человек в костюме напугал? Кретин. Стоп, стоп, стоп. Кто-то из вас остановится. Кто-то из вас остановится. Кто-то из вас остановится. Стоять. Все, чувак, я забираю этого пассажира, и деньги он мне будет платить. Есть там пассажир? Нет там пассажира. Ну ладно, хрен с ним. Зачем я это сделал? Кто мне скажет? Зачем я это сделал еще один раз? Мы с вами на непримечательном такси доедем до СИСИ, то есть до больницы. И там размусолим этот вопрос. Оу, нам направо. Оу, нам направо. А здесь куча машин. Аккуратнее, аккуратнее, Нико, ты что? Будь внимательнее. Не надо ронять машины. Ядрить твою налево, что вы делаете? Вот уроды встали, блин. Засаду устроили. Правда, они не спрятались, они просто оградились, чтобы в них не въехали в случае чего. Бляха-муха! Ух ты, пронесло. Вперед, 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 вперед. Свалили.
Не хватит пищать. Свалил, чувак. Он, по-моему, кофе уронил, да? Ладно, продолжаем. Продолжаем. Мы едем на вызов такси. Такси на вызове. Все, прекратили. Банк оф Либерти, нифига. Ёпти. Ёпти-мопти, ребятки. Вот это поворот. Или даже не поворот, это трамплин. Не поворот судьбы, а трамплин судьбы. Опа. Вот здесь будет интересно. Нет, не интересно. Где что-то нам будет интересно? Вот здесь нам будет интересно. Вот так надо поворачивать. Заткни свое лицо. Будет она еще ругаться тут мне, а? Давай, Ника, наваливай на педаль. Топчи ее, как петух курицу. О, нормально. Да ты что творишь-то, дружище? Эй, Растаман, ты чё, ман, эй? Ох, ты какая... Я буду парковаться как мудак. Паркуюсь, где хочу. И так далее. Вначале мы себе подготовим машину. Долго она будет пипикать-то? Все, можно ехать. Мы себе машинку подготовили. Все, у нас тут стоит машинка наша, подготовленная для нашего дела. Опа! Что здесь творится у нас? Где-то в заброшенной больнице. Ядрить твою налево, ты серьезно? Кокаин где-то там. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're an American now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. Чувак, круто его. Подловил, обыщите больницу, найдите наркотики, избавляйся от всех, кто будет вам мешать. Ты серьезно мне говоришь? Я не верю в это, малыш-гашиш. Не, да ну нахрен. Проберитесь в больницу, избавьтесь от всех, кто будет мешать. Жаль, что стволов с глушителем здесь... Ёпти, как их много-то, а? Нико, да залезь ты уже, ну прекрати, пожалуйста. Да ты ж можешь залезть-то, прекрати. Ты что, прикол? Real bad. Motherfuckers! Give me a smile, motherfucker. Кто, откуда? Интересно, кто там стрелял? Вон тот чувак стрелял. Ну что, ребятушки, по одному вас убавляется потихонечку, да? Ха-ха, лошад.
Одного мы точно убрали этой малышки. Опа, это дробаш многозарядный. Это красиво. Чего? What you talking about, man? Че? Конец линии? Сейчас я тебе устрою конец. Мы скорее их посадим на этот конец, на котором они все толдычат. Давай, Нико, бери свой дробаш. Опа. Ну? Что там пищит? Что там за пискуны? Оу, ребятки, вы сделали неправильный выбор. А! Нико! Нихера он тебе здоровье снял! Блять, почему ты отсюда не вылез, кретин? Да блять, что ж ты такой рукожопый, Нико? Ладно, в манду не будем тратить гранаты. Что он мальца рукожоп. Чувак, ну ты сюда отогнись немножко, а? Надо немного отгибнуться в эту сторону, слышь? О! Да что ты будешь делать, а? Еще давай стреляй. Ничего, стреляй, я тебе в ручонку засажу еще пару пуль. Как он ей, правда, стреляет, я вообще понять не могу, если у него... Фукинг Гастьеро. Оу. Там у них генератор стоит. И девка нарисована. Давай, Нико, бой. Будем ему в руку стрелять. Коль у нас выбора особо нет. Ну, сделаем вот так. Здесь у нас что? Здесь опасно, я вам скажу. Здесь очень нама опасно. Очень нама. Давай, Нико, будем аккуратно здесь все проворачивать. Ух ты, бочка-то... Ты живой еще? Ты еще живой? Нико, что ты делаешь? Надо этого черта добивать. Он, походу, уж сам добился, да? Он сам добился своего. Комната номер два. Там непонятно, есть кто, нет. Есть, кстати, баллон, он может взорваться здесь достаточно... Опасно. Ага, здесь окей. Так, вот этого чертила мы убрали отсюда. Кто стреляет? В пятку его выстрелил. Прям вообще огонь. Тупо в пятку ему засадил и все. Удивительно, как у него еще на месте нога осталась. После такого события. Острого. Острого. Ага, вот это чертило здесь сидит. Так, здесь достаточно
опасности. А если нам вот в этот баллончик выстрелить? Да-да-да-да-да. Ты чё сюда катишься? Ну, если нам вот в тот баллончик выстрелить? Hey, man, over here, Нормальненько. Так, еще один. А, они двое там в комнатке сидят, да? Блять, опять менты. Да чтоб вас за жопу взяли, а? Уроды. Во, вечно все портите. Так, ее кокаин мы нашли. Дальше, дальше, дальше. Бегом. Копы приехали. I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat me have to speak to. Shit! Speaking of fucking cops, I think I have company. I gotta go. Ёптить. Нико. Нико Белик, ты во что вляпался? И из этого я должен убежать? Сохранение-то хотя бы будет? Твою мить! Ёптить! Как отсюда уйти-то, а? Как отсюда уйти? Бля, кто? Сучий потрох. Ну, понятное дело, что меня убьют. Да, конечно, меня убьют. Но, может быть, мы сейчас из больницы выйдем вместе с наркотой. Это было бы, конечно, круто. Но, скорее всего, придется заново переигрывать все. Ну что, друзья, попробуем найти тайный отходной путь. Из этой больницы. Это уже не первая попытка. Здесь вот я уже нашел лесенку. Сейчас мы с вами заберемся на лесенку аккуратненько. Самое главное, не упасть. С вами берем вот так, занимаем открытую позицию. Бам, 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 бам. Бабам. Вопрос денег нас с вами вообще не должен тревожить. Жопу-то спрятал бы, чувак. Смотрите, мы ему очишко насвинцуем. Ой, бля, как больно. Берем вот это, берем вот это. Берем в руки пистоль, берем мешок с наркотой, попробуем... Снова успешно забраться на лестницу, на ту же, с которой мы с вами и пришли.
это достаточно сложно. Блять, из-за того, что эта обезьяна вот так вот бегает. Не, блять, ну ты, сука, залезь. Слезь. Сука, что ты делаешь, баран, блять, ну ты, сука, вообще. Залезь, я тебе говорю, блять, залезь. Сука, залезь. Бестолочь драная. Залазь, залазь скорей. Ёб твою по голове, блять. Ладно, будем пробовать здесь. Ебануться, сука. Залазь. А, блять, сука, залазь, тебе говорю. Сука, ты ублюдок немощный, а. Заебал. Прыгай. Прыгай. Прыгай, блять, ты, сука. Ты заеб уже. Да не сюда, блять, прыгай ты, баран. Ёб твою по голове, сука, ты что, с ума сошел? Еблана кусок. Да вообще, блядь. Я тебя прошу залезть, я тебя прошу нормально, блять, залезь. Шел нахер отсюда. Ах, хер ли толку, блять, уже 3 звезды. Хоть одна машина-то где? Сразу машины появились. Вы, да, вы спешите туда. Я в курсе. Там, короче, чувак один есть. Короче, он, блядь, вообще урод такой конченый. Езжайте туда скорее. Там полная жопа, ребята, там полная жопа вообще. Полная срака. Я вообще тут ни при чем, свалили нахер. Я вообще ни при чем, уйдите нахер отсюда. Кретинушки, блять. От них оторваться это просто жопа на самом деле. Еще на таком корыте блядском. Да ну это банду, это вообще нереально. Пошел нахрен, пошел нахрен. Это сработать может только если на дурака вообще вот реально уехать с их траектории. Уехать с их траектории. Это единственный вот вариант. Вот уехать отсюда. Потом вот так, короче. И они меня, блядь, опять, сука, поймали, эти пидоры, а. Господи, прости, шо ж. Шо такой злой. Не будь таким злым. Будь добрым. Ай, блядь, опять.
У меня все корыто, короче, ломается, он не едет ни хера. Да. Я с вами полностью согласен. Полис, ирис там. Полис сосет ирис. Ага, да. Ну, чтоб сейчас впереди этого говна не возникло. Бля, ну ты, сука, ты шо, специально, что ли? Иди нахер, гуляй, Вася. Так, проедем прямо, может получится, может что прокатит. Блять, опять увеличилось, а. Так. Пока нам везет. Бля, да ты серьезно? Фуна. I lost the heat. Where are you? Cheers, Frank. I'm with some buckers in NY. Get your no, Nico. This be some strange shit. Пошел ты в жопу, мудила. Я из-за тебя с твоим мешком этого Герыча, проклятого вашего черного, блин, попал в задницу. You, get out of there. Вылазь отсюда, нахер. Get away from me. У меня тонны героина, блядь, по кармане. Ууу, это самое... Самая накальная миссия, вообще просто звездос какой-то, блин. Это пипец какой-то, я вам скажу, это, блин, просто жопа. Ну что вы тут, жабы, не даете нормальным людям проехать? Я только что избавился от толпы уродов, блин, а они меня опять провоцируют на то, чтобы мне с этими уродами связываться. Кое-как мы это сделали с вами. Кое-как. Три звезды. Один раз получилось с одной звездой. И я вышел, дурак, на парковку, там, где все эти упыри стояли, и опять три звезды стало. Это жопа какая-то. Так нельзя. Теперь чудика этого мне еще искать. Как вы чувака подставили. Классно вы чувака этого подставили. Просто киданули его на ментов. Они прям аж замяукали, завывикали. Ну вот это да. Вот это поворот. Разворот, наворот. Блин, так. Ух ты. Ты фул, понял? Уйди с дороги, ублюдок. Мешают, блин, мешают нам, честным людям, зарабатывать деньги. Ну, правильно Нико говорит, что он не в настроении для этого дерьма. Кто из нас в настроении после такой миссии, блин, дурацкой? Теперь его этого шоколадного зайца еще ищи. Свалил! Нифига он полетел. Ёптить! Сука, жопу подставляет, упырит голубой. Ну и что тебе надо было-то, а? Джейкоб, what are you talking about? You know, I think you're smoking too much. Yo, me think we know where to eat, I come from in our king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. Так это она и есть, нет. You see, Nico, I have been working for the government. Ах ты, сука, подложная. Ты трахаешься со всеми, за кем следишь. Фу, какая мерзкая. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeta. I don't fucking believe this. Listen. I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Какая шлюха вообще? Hey,
You know, you could have gone down too, if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Voila. You mean to say you're going to let us off just like that? Not now, Gwan? Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The coke, please. Ну, сука, а, вообще, бля. Shocking, we have to tell Elizabeth that she now get our cocaine now. Да насрать на твой кокаин, блять, ты что, мудак? Какая жопа, а? Какой-то нахер кокаин. Да ее надо, блять, грохнуть нахер и все, чтоб она тут больше не за... Вообще нет слов. Тварь-то какая, а? Как ноги раздвигать-то, блин? Что на машине ее покатай, так это да, Нико, Нико, о, Нико. Вот тварь какая, а, проститутка. И тебе тоже нахер иди, проститутка. Вот, бля, вообще, что за говно. Давай-ка этой позвоним. Что она нам за подложенку, суку, дала? Или ты скажешь, позвони мне позже. А ты тоже такая же, блядь, кусок говна. Что, ребятки, вообще вот такую жопу мы с вами влипли? С этой проститутнёй? Я думаю, что нам с вами нужно заскочить домой. Заскочить домой обязательно. А мы тут, оказывается, недалеко от дома. Поедем-ка заедем домой. Заедем домой, сохранимся. Представляешь, да, ложиться под мужика, под другого, который типа подозревается в том, что он связан с теми, кто торгует наркотой. Фу, блять, какая мерзость, такими быть, а. Лучше пусть с крыши пойдет, выйдет на улицу. Ё-моё, ужас. Ну что, друзья, а на этой замечательной ноте, я думаю, мы с вами закончим сегодняшнюю серию. Благодарю вас за внимание, не забывайте подписываться на канал, бейте в колокола и вступайте в паблик ВКонтакте, и пишите свои комментарии, ставьте лайки, увидимся с вами в следующих сериях прохождения игры GTA 4, других прохождениях, трансляциях в паблике ВКонтакте. Не забывайте нажимать букву I в правом верхнем углу экрана. Всем удачи и до встречи!